Дорогие друзья, меня зовут Шевченко Александр, и сегодня 31 марта 64 года после Дианетики. Сегодня я завершил процессы моста и уровень, который называется на мосту IT-48. Данный уровень и все процессы моста в целиком приводят к состоянию всеопределенного источника и состоянию полной свободы. Поэтому сегодня я хотел бы вам рассказать об этом состоянии и поделиться теми достижениями, к которым приводят процессы моста. В результате прохождения по верхним уровням моста я осознал, что жизнь, игра, в которую мы играем, полностью создается нами самими и, конечно же, потом воспринимается. И мы можем изменить эту игру таким образом, каким мы хотим. Являясь полноценной причиной, мы можем координировать действия игроков и других созданий с целью того, чтобы помочь им выйти на новый уровень и также достичь состояния полной свободы. Только действуя вместе, мы можем достичь этого. И каждый игрок может взять ответственность за свои создания, которые он использует в играх, и помочь им также завершить все уровни моста и прийти к состоянию источника, то есть вернуться в исходное состояние, в котором они были созданы. Состояние всеопределенного источника помогает так скоординировать вектора всех созданий в играх, что при этом они дают возможность игрокам, которые их создали, также понять, что есть мост и что есть более высокие состояния, и начать двигаться по мосту. Я планирую продолжить исследование дальнейших уровней и посмотреть, что можно сделать дальше в том состоянии, которое уже было достигнуто. И, конечно же, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто помогал, помогает и будет помогать в движении по мосту к полной свободе. Всех людей, всех существ, всех источников и их создания с целью поблагодарить и сказать спасибо, потому что это наиболее ценное и важное, что у нас есть в данный момент. Это наша возможность достичь этого состояния и помочь другим достичь этого состояния. Каждый может сделать это, лишь только его желание, его возможности, способности, его сила дают ему возможность сделать это. И поэтому я приглашаю вас на мост, приглашаю вас на аудитинг, на обучение, приглашаю вас в проект Академии Счастья. И я буду рад видеть вас, буду рад помочь вам достичь состояния полной свободы. Всего вам хорошего!